Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Мы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». Мы в полном составе. Отправляемся сегодня гулять по Паттайе, ребята. Будет очень много всего интересного, так что обязательно, ребятки, ставьте лайкосики, пишите комментарии, сделайте репост в свои социальные сети данного видеоролика и погнали. Мы сейчас собрались и едем в торговый центр, который капец как все рекомендуют, называется терминал. Но терминал 21. Там мы будем покупать новую камеру. Отправляемся мы туда на такси. Взяли с собой коляску, потому что еще будем много-много гулять сегодня, наш охранник. Так, ищем тачку. Где-то она должна здесь уже быть. О, наша тачка уже стоит. Сейчас быстро прыгаем. Правда, какая-то очень уж она маленькая. Надеюсь, мы влезем. Все автоматическое. Все. Оу. Ага. Окей, thank you. Chicks. Опа. Такой прикольный мини-бус, кстати. Машина настолько маленькая, что запаска лежит спереди, под моими ногами. Ладно, отправляемся. Мы приехали в терминал 21. Смотрите, как выглядит. Вход первый. Мне очень нравится вот эта инсталляция. Перед тем, что чемоданов, все, говорит, надо сфотографироваться. Уже все украшено к Новому году. Стоит вот какой-то огромный самолет. Елка! У нас сегодня, кстати, такая погода. Прям прохладная. Вчера еще прошел дождик. Я, кстати, в инсте запилил рилс, который уже набрал 3 миллиона, чуть больше. Возможно, момент выпуска там уже будет гораздо-гораздо больше. Гляньте обязательно. А еще я запилил рилс. Такой вот спор у нас даже в комментариях возник, как правильно, Паттайя или Паттайя. Так вот, ребятки, зайдите и обязательно посмотрите. Но это видео я даже выложу специально в телеграм-канал, поэтому обязательно заходите, подписывайтесь. В общем, здесь смотрите, какая гигантская елка. Просто с какими гигантскими шарами. О, шар больше моей головы. Здесь сразу же фудкорт. Посмотрите, как все смотрится очень красиво, аккуратно. Кстати, фудкорт еще закрыт, только открывается. Еще можно, если было бы подняться в этот самолет, было бы вообще очень-очень здорово. Реально как терминал, как аэропорт. Вот серьезно, очень похож на аэропорт. Вот они, входы, выходы, да? Правда, многоуровневая такая вся история. Второй вход, вот опять с чемоданами. Кто-то стоит, сейчас обязательно сделаем фотографии и также их выложим в нашем телеграм-канале, ребятки. Здесь дядька не пропускает нас. Мирошка, садись. Здесь получается все вот так вот строго. Только идем по флажку. Все, мы двигаемся. Ну, прям действительно, как будто... Фу, кстати, есть информационное табло. Мироша, пошли. Пойдем. Оу, какой мишка. Да, все уже украшено к Новому году. О, пожалуйста, вылетаем в Токио, ребятки. Кстати, кто сюда приедет, если у вас доллары, либо рубли, можно вот здесь обменять. Актуальный курс. Вот он. Но он, на самом деле, не сильно-то и меняется. Вот, кстати, рубли тоже можно поменять, есть графа. Ой, Мирошка рад большим игрушкам. Вот это тут движение новогоднее. Слушайте, здесь настолько чувствуется вот эта новогодняя вся история, предновогоднее, предпраздничное настроение. Вот, например, в Турции такого вообще нету. Абсолютно. Ой-ой-ой, Мирошка счастлив. Да, Мироша? Вот сделаны различные, видите, инсталляции. Типа получаешь багаж. Вот одежда можно купить. Давайте сразу по ценам покажу ради интереса. Так, что стоит? 590, наверное. Не знаю. В общем, что-то распродажа. А, вот по 200 бат. Вот такие вот футболки, рубашки. H&M. Наш любимый магазин. Сразу пойдемте посмотрим, что здесь есть. Он, кстати, этот H&M двухэтажный. Ой, новогоднее платье. Кто такие любит? Цена вопроса. Бады.
1500 бат. А сейчас мы попадаем в Париж. Вот они, инсталляции. Посмотрите, как все красиво, прикольно сделано. Дама с собачкой. Слушайте, ну очень круто. Здесь, видимо, еще какой-то фудмаркет проходит. Колонки установлены. Но, по крайней мере, не сейчас. Можно целую экскурсию по торговому центру. Да. Почему мы его выбрали? Идея вообще просто бомба. Нет, мы пойдем по первому этажу сначала гулять. Вот, потом дальше будем смотреть. Ну, естественно, здесь все магазины, которые мы привыкли пользоваться, они здесь есть, и, конечно, это не может не радовать. Посмотрите, за моей спиной Эйфелевая башня. Смотрите, какая она здоровенная, идет просто до самого потолка на все этажи. Ну, очень круто. И здесь же у подножия башни какой-то ресторанчик. Очень красивое место. Торговик прям с первых минут прям завораживает вообще. Очень. Да. Мирошка, смотри, кто это? Это железный человек. Это какой железный человек? Это прям какой-то люто классный магазин в стиле Марвелов и так далее, и так далее, и так далее. Он. Симпсончики. О! Купальные, купальные костюмы, смотрите, какие классные. Я хочу себе этот клёво, да, Родик? О, я хочу этот костюмчик. Да? Вот это. Так, стоит 1600, а нет, вот, 1290 бат. Ну, почти пятак. Мирош, да. Встать. Прикольно. Ну, ходи. Портфельчики. А, ну вот они на манекене как смотрятся. Ну да, здорово вообще. Магазин для поклонников, вот серьезно, это тут разнообразие какое-то бешеное. Ну, конечно, для взрослых тоже имеется, можно все что угодно взять. Классно. А вот типа вход в метро, по факту это вход в туалет. Слушайте, ну очень круто сделано. Попали мы на второй этаж. Здесь просто выставка, мне кажется, какой-то типа а-ля хандмей. Без каких-то брендов, без всего. Получается, второй этаж, он как бы про Лондон уже. Вот она, Эйфелевая башня, продолжение. Стоит, смотрит за порядком, чтобы никто ничего не нарушал. Ну и, конечно, главная достопримечательность – это телефонная будка, в которую даже можно зайти. На этом мы попали в Италию, и вот ты просто сидишь вот так вот. Как эти правильно лодки называются, не знаю. Гондолы? Гондолы. Это такси, да, итальянское такое. Вот нас покатали здесь с видом на Паттайю, между прочим. А еще здесь очень красиво, есть вот этот лондонский красный мост. А там уже начинается Токио, Япония. Вот он, шикарнейший этот мост. Вы прикиньте, насколько крутой торговик. Как заморочились люди, которые строили... Вау. Представляете, кто-то приезжает в Италию, ловит огромные очереди, чтобы сфотографироваться возле балкона Джульетты, а мы просто вот так вот без очередей видим инсталляцию такую. Ну, безумно классно. Как вы считаете, пишите в комментариях. А вот здесь оформлена вот такая декорация уже туалета. Представляете, как красиво смотрится все вот в итальянском стиле. Дощечки, печи. Я не перестаю восхищаться. Вообще, просто молодцы. Сейчас, кстати, дойдем до магазина техники. Там я вон вижу уже афишу iPhone 15. Посмотрим, что по ценам здесь. Ну, пойдемте сейчас посмотрим цены на любимые яблочные товары. Итак, iPhone Pro Max. О, какой он классный, а? Я не могу. Стоит, получается, 48 тысяч. 48 900, 57 900, 66 900. Это получается 256, 512, 1 терабайт. Дальше просто прошка. Стоит 41. Ну вот, в общем, цены. Смотрите. Так, и это просто... А, это iPhone 15 Plus. На 128, 37, 900. Да, то, что доктор прописал. Это iPad. Нет, это на ваш iPad тоже можешь клавиатуру поставить просто. Классно. 128 гигабайт, ну 51 тысячу бат, в общем. 52, 52. И вот они, красавчики, iMac'и. Так, по iMac'ам, так, это Mac Mini. iMac'и стоят, ну тут зависимо, какая система, да, получается. iMac 50,
2900. Ну, маленький, конечно. MacBook Pro Mini, до которого хочу обновиться. Единственное, что нужно по оперативке брать нормальный. Но здесь всего 8, не очень, 54. Так, а вот они GoPro-хи. Это 11-12 стоит. Это какой-то полный набор за, ну, 20-ка почти. 14 вот это стоит, 12. И вот еще один. Блин, ну вот это кайф камера. Сейчас я вам тоже заценю. Мне, конечно, надо будет взять еще палку. Insta 360 лучше будет. Это всякие боксы, но тоже, да, так по ценам. И, блин, дроны, стабики. Это просто мой рай. Вот эта камера. Я что-то прям, короче, кайфую. Тут и экран. Он и вот так вот вываливается на эту сторону, получается. Можно снимать вот так вот. А вот это вот, сама 360, получается, она отстегивается. Ее можно крепить вообще куда угодно. Классно. Даже не знаю, что делать. Так, а вот дроны это большие. Ну, это вообще, ну их нафиг, их надо обязательно регистрировать везде. Вот это тоже, это, наверное, следующая будет покупка. Это FPV-дрон от DJI, на котором можно делать трюки и снимать просто безумные кадры. Управление в очках, специальный джойстик, красота. И вот еще тоже для сравнения есть вот такие камеры, DJI Osmo Pocket. В принципе, тоже классная техника, но с ней, например, уже не нырнешь. Вот с этой полной. Но классно. Стабик здесь от дрона. Клевый туалет. Раковины типа шины. Это Формула-1 инсталляция. Прикиньте, как здорово. Почти пошли, Мироша. Сняли мы кэш. Теперь осталось только определиться, какую мы будем все-таки брать камеру. Но мне кажется, Insta 360 это будет колоссально другой опыт. Настенка, считай, что я тебя в Голливуд привез. Смотрите, как красиво. Да. Это фудкорт вообще просто гигантский, огромный. И здесь можно просто обожраться, если честно. Вот всякие японские. Да. Где? Рельсы вот паровозные идут, прикольно. Вот нашли такой вот буфет прям огромный, именно тайской кухни. Вон есть роллы по 10 бат за штуку, всякие супы. Ну, ты просто здесь берешь все, что хочешь. Да, Мирошка, сейчас возьмем. Вон, по 45 бат, получается, стоят супы. И порции, кстати, еще огромные у них. Я, если честно, я в жизни не видел таких огромных фудкортов. Тут просто, посмотрите, тут просто безлимит различной еды. Безлимит, миллион ресторанов вообще здесь. Такой выбор, как любая, абсолютно любая еда, на любой вкус, на любой цвет, на любой кошелек, любые рестораны, любая кухня. Это лучший торговик, вот реально, который я вообще когда-либо видел. Даже в плане техники, ты заходишь, есть специализированные магазины, есть магазины с выбором. Ну просто нереальная здесь движуха, очень классно. И так вот все атмосферно, с цветочками, с цветочками. И чувак орёт на заднем фоне просто. Еще на этом фудкорте, получается, ты не можешь расплатиться в палатке, где ты выбрал еду. Тебе нужно купить какую-то карту специально, сейчас покажу. Закинуть, видимо, на баланс и уже здесь ей расплачиваться. Но как это работает, сейчас будем вместе выяснять. Вот здесь, видите, получается, нужно купить, видимо, карту, положить на нее деньжат, те пополнят и расплачиваться. Купили карту, закинули сюда 300 бат. Ну, в принципе, должно хватить, учитывая, что вон блюдо здесь 30-35 бат стоит. А вот стоят такие терминалы, здесь можно, получается, проверить баланс. Ну вот, 300 бат у меня еще есть. Сестенка выбрала себе вот такой суп. Здесь также стоят всякие приправки, ты берешь, тебе дают, вот насыпаешь всякие различные. По карте что-то списывается. А, вот, карту даешь, он списывает карту. И вот Настенки начали готовить, а Тёмка хочет лапшу. А это готовят пацанам. Вот первое блюдо. А, ну, окей. Так, это не нам было, оказывается. А, вот парням. Вот такая вот тарелка будет. А, тоже не нам. Ну ладно, тоже не нам. Эх, я пока ходил за едой себе, в итоге все же все съели. Ну, такое бывает. Не хочу, сыночек. Кушай давай. Как красиво на этаже, где Япония, это типа сакура растет.
Здесь можно купить вот различные японские товары. В общем, целый этаж про Японию. Вон всякие игрушки японские. Да. О, мечи. Прикольно, слушайте. Да, очень забавный этаж. Здесь же, кстати, есть японские рестораны, где делают, видимо, традиционные блюда. Ты не относишься к никому фудкорту, а вот бойцы сумо. Смотрите. Ой, прикольно вообще. Слушайте, как же необычно. А здесь получается еще такая целая выставка каких-то различных японских товаров. А может быть, даже и не японских. Вот вкусняшки это делают. И вот огромная палатка ништяков. И Мироша увидел тюх-тюх. Мироша, радуйся, как ты радовался? Ура, да? Такой прям здоровенный. Тебе, тебе. Здоровый, шикарный поезд. И, кстати, смотрите, огромный двухэтажный автобус. Все, парни погрузились. И сейчас отправляются в путь. 50 бат стоит один ребенок. Он нас посадил троих за 100. Такой идет, говорим им, are you ready? Они такие, yeah. Молодцы. Все, сейчас поедут. Оу. Мирошка довольный человек. Мирося, пока. Пока. Давай. Вот это они ездили. Я аж устал ждать их. Видимо, весь торговый центр проехали. Весь торговик проехали, да? Мне кажется, я просто достал всех и все-таки решили. Yes. А, ну. Еще я подумал взять вот такую вот. Блин, тоже вообще классная. Экранчик включился сразу, DJI, стабилизатор. Короче, вообще вот это кайфовая камера. Но она стоит 22 тысячи бат. Поэтому все-таки решили это GoPro. Меня, походу, ненавидят сейчас абсолютно все. Ух, еще снимаю деньги. Потому что я решил купить себе более дорогую камеру. И лучше, и она такая более профессиональная. Блин, прикиньте, я столько времени прождал, просмотрел эту камеру. Я хоть думал уже, все, беру Osmo Pocket 3 серии. Потому что она, блин, она прям реально клевая. И мне в итоге говорят, что в наличии ее нету, представляете? Я такой, блин, что ж вы сразу не сказали? А на заказ она только 1 месяц. Получается, что, видите, она просто камера новая, но она вот классная. Смотрите, экран повернул, включился, перевернул, стабилизатор, петличка была бы. Но под заказ 1 месяц вообще. Я думаю, ну куда? Я что, начал сломать? Вообще. Все, сейчас включится, не трогай. Поэтому берем GoPro. Вот там сейчас будут оформлять. Вот она, GoPro-шка. Ну и пока у нас тут оформляется камера, огромный привет хочется передать Александру Кочененко из Смоленска. Ну все, ребятки, поздравляйте, мы тут всех намучили. Мы приобрели GoPro 12. Все, двигаемся домой ее вскрывать. Мироша забрался на сцену, здесь что-то готовится, что-то будет. Но Мирошка ни в какую не хочет идти домой, хотя не спал. Ой, человек. Так, по пути к дому мы попали на какой-то мексиканский фестиваль. А у него было написано Мехико. И флаг Мексики. А что, праздники какие-то? Вот Мексики. Не знаю. Смотри. Вот это сегодня движуха какая-то здесь. А мы домой поехали на все. Дальше вот флаги идут Кореи. Смотри.
смотрите, как прикольно. Дальше Шри-Ланка идет, смотрите. Шри-Ланка. Вот они, Шри-Ланка идет. Вот это туда. Так. Что это такое? Вот начинается знаменитая улица Walking Street. Вот прям эта надпись. Ха, прикольно. Да, и ее уже вот вечером, кстати, должны сейчас, по-моему, перекрыть. И здесь вот вся движуха, весь разврат. Ну что же, друзья мои, перед нами GoPro 12 Black. Да, сейчас вместе с вами начнем распаковку. Опа, 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 что тут у нас такое, ребятки? А это линок. Ирина, Алекс, видная, Максим, сын линка, Руслан и Иван Грозный. Ребятки, прямиком из этой коробки передаем вам всем огромный привет и огромную благодарность в поддержке с покупочкой новой GoPro-хи. Здесь ненужная всякая инструкция и наконец-то она самая. Здесь у нас есть кабель, аккумулятор, еще крепление. И еще одно крепление. Ну и самое основное, это сама камера. Кстати, отличительная особенность вот какая. Это то, что она, смотрите, какой у нее раскрас теперь. Не чисто черный, а получается какой-то неоновый цвет, что ли. Судя по презентации, вроде как он светится в темноте. Сейчас посмотрим. Вау. Вау. Вот это красота. Ну, здесь потаи движуха. Сегодня какой-то праздник. На всех пляжах проходят какие-то тусовки, в небо запускают эти светящиеся шары, и людей, конечно, огромное-огромное количество просто. Да-да, фонарики, ага. Да, палаты, конечно, больше. Идем смотреть, что там. Можно что-то купить здесь. 50 бат, 60 бат, какие-то поделки. Продают фонарики, и можно запускать. Да, движуха. Ну да, вон что-то загорается. Вон там в море, видите, всякие фонари. Огромное количество тоже. Вот такая вот обстановочка. Не очень хорошо видно, конечно, но тем не менее. Оп, полетел. Но что-то как-то не полетел. Оно из кокоса, из цветов и фруктов. А там вообще вон салюты, кстати, прям на пляже. Да. Это где, и вот смотрите, тренер, просто небо усыпано всеми этими фонариками. Там еще и салюты бахают. Вот, успешный взлет. Ну, а кто-то отпускает на воду. Вот, видите как. Ну, вот такой вот местный праздник. Смотри, чтобы он не загорелся. Вот так держите. Родик, 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 чё? Сейчас дядя проверит. Окей, окей, отпускаем. Спасибо. Ну что, понравилось? Вообще круто. Да, понравилось. Ничего не видно, темно, правда, уже всегда. Поверни, смотри, как девочка зажигает. О, классно. Угу. Мироша? Ты же паспорт не молчит, что делали? Мироска? Мы
говорила, песок тает прямо на свече.